Торговцы придорожного рынка в Алматинской области боятся разориться. Они узнали, что базар могут отдать в частные руки. Арендовать помещения, которые сами когда-то построили, бизнесмены не хотят. Говорят, у них не такая большая прибыль, чтобы с кем-то делиться. Остаться без работы рискуют те, кто продает кожи, кумыс, шабат, курт, самсу, пирожки и шашлык. На месте побывал репортер КТК Денис Брагин. Стихийная торговля вдоль трассы Алматы-Бишкек в селе Таргап на несколько часов приостановилась. Продавцы закрыли двери своих точек и устроили общее собрание. Недавно они узнали, что базар может возглавить посторонний предприниматель. Вчера или позавчера 4 человека поехали в организацию «Казавтодор» в Алматы. Они там, у них начальства никого не было, там зами сидели, они сказали, что там мы тендер организуем и пошлем туда. Или фирма какой-то придет, или какой-то бизнесмен придет и свои условия будет ставить. Бизнесмены не хотят, чтобы ими кто-то руководил. Рассказывают, торговая площадка здесь появилась 1,5 года назад. Тогда несколько сельчан, которые владели земельными участками в придорожной зоне, объединились и создали кооператив. Сами построили помещение и провели электричество. Воду и газ привозят. У дороги расположено несколько небольших столовых, магазинов и ларьков. Тут же готовят и продают лепешки, самсу, курт, кожи и кумыс. В общем, все, что путники обычно берут в дорогу. Но этот бизнес не приносит высокий доход, уверяют торговцы. По их словам, они оплачивают налоги, как индивидуальные предприниматели. Арман Тотибай управляет чайханой. На кухне помогают 2 человека. Мужчина говорит, если рынок станет частной собственностью, ему придется платить еще и за аренду. Такой возможности у владельца малого бизнеса точно не будет. Готовим курда, вот шашлыки готовые, холодные напитки. Ну, жаркие дни, летом в основном проходят напитки и кожи. В день примерно сколько вы зарабатываете? Мы зарабатываем в основном, ну, максимум 10 тысяч. Какой-нибудь бизнесмен вот приедет, заставит нам платить больше денег, чем мы зарабатываем за месяц. Как мы будем кормить свою семью потом? В «Казавтожоле» заверили, что их сотрудники сообщить о возможном проведении тендера не могли, поскольку территория базара на балансе комитета автодорог. В профильном ведомстве эту информацию подтвердили. Там заявили, проводить конкурс на место руководителя рынка в ближайшее время не планируют. По данным, представленным алматинским областным филиалом «Казавтожол», информация касательно передачи площадки отдыха одному инвестору недостоверная. Филиалам было разъяснено, что данное имущество будет передано посредством проведения аукциона после оформления всех правоустанавливающих документов. Будет рассмотрен вопрос по улучшению инфраструктуры площадки отдыха согласно нормативам. Чиновники пообещали встретиться с предпринимателями и обсудить все вопросы. Но продавцы и слышать ничего не хотят. Если базар все-таки отдадут в частные руки, бизнесмены обещают свернуть торговлю. К слову, на этом рынке закупают кисломолочные продукты не только путешественники, но и жители ближайшего поселка. Денис Брагин, Алмаз Абдешев, КТК, Алматинская область.